продолжаем созидать, ребята. Сейчас. Так. Давай, давай, давай. Сейчас будем созидать так, как нас меня ждет после смерти этот мир прекрасный. А этих мошенников, астрологов православных, которые мне представили православным вырывателем, их ждет все то, что они мне пожелали. А меня ждет прекрасный мир. Потому что я созидал всю жизнь. А добро людей. Ни одному живому существу, ни коту, ни кошке не причинил вреда. Наоборот, спасал их и страдал за них, когда их выгоняли из дома, меня тоже. Итак, Константино Хаус. Следующее. Почему был зеленоватым? А, черт, зеленый. Кончился. С сероватым оттенком будет немножко. Константино Хаус. Как тебе такое название, а? Здесь все, что нужно. Для всех здесь. Все, что нужно, есть. Кстати, я забыл самое главное. Константино Хаус. Вот тоже, кстати, дерево интересное. Вы думаете, что оно производит? Что оно создает? Что бы оно сделало такое, что оно созидало? Каким фломастер будет? Пускай она ягоды такие созидает. Нектар. Просто подходишь к дереву, представь, вот я сейчас придумал. Подходишь к дереву и просто берешь веточку, пьешь нектар из веточки. Вкусный. Это не веточки. Ты можешь их добавлять в снадобье в разные. Такого еще никто не придумал. Так, здесь уже все. Жаль. Ладно, приступим теперь, ребята, к более серьезным вещам. Ну-ка попробуем розовым. Красиво. Красота-то какая. Ляпота. Мир без полиции, мир без войн, мир без страданий. Мир только добра. Здесь у него логотип будет. Сейчас. Слишком маленький получился. Ладно.
полях. Сел Влад. Дерево, которое дает нектар. Давай за ним, давай за нас. Кстати, здесь должно быть это. Давай за ним, давай за нас, из-за друзей. Давай накатим стоим. Давай не будем накатывать, давай будем созидать. Красный мир. Там поля, где выращиваются специальные злаки. Ксантантино. Там туман. Блин, нифига не получилось. То, что хотелось забрать. Ксантантино хаус. Рисовать какой-нибудь человек, который здесь работает. За боевые. Не за боевые, а за созидание, за добрые. Все они счастливы, все они здоровы, идеальны. Так, давай. Давай, брат, братан, братишка. Не то пошло. Здесь поля. Наверху там создадим. Еще дома. Небольшие. Ксантантино хаус. Там тоже дома. И боевые ордена. За то, что ты созидал. Ради природы, блага. Так. Коричневая. Давай, братишка, давай.
Созидаем мы, созидаем. Что я устал реально. Не хватает нормального голубого белка. Фигня какая-то получается. Блин. Нужно башню к Сардису уже создавать, блин. А я что-то... Капец. Вот здесь башню к Сардису создам. Фиг тебе, Ксарус, мы создадим тебе башню вот такую. Такая у тебя будет башня, Ксарус. Давай, из-за из-за списания. Боевые ордена. Давай поднимем, старина. Давай поднимем, старина. Братан, давай, давай, братан. Донать, братан, давай, донать, братан, за то, чтобы была красота, а не эта серость, окружающая нас. За мир, за созидание, за мир. Это необходимого мелка. Что же делать? Нету. Что же делать? Что же делать, ребят? Создавать. И пусть это все было сном, но я пытался создать. Вот зеленый. Зеленый еще работает. Хорошо. Зеленый оттенок.
Созидаем, созидаем, братан. Девчата, созидаем, созидаем. Записывайтесь в мою школу, в частную школу художника Александра Леонина, Тихона Мышкина. Мы будем созидать. Если ваш ребенок не хочет ходить в художественную школу, просто идите его ко мне. Он молча посмотрит, или она захочет сама созидать. Она сама возьмет маленький и будет рядом рисовать. Потому что я вдохновляю людей на созидание. Это проверено фактами и временем. Фактами и временем. Так, сделаем теперь здесь. Давай, зона, я давай. Созидаем Ксарлоса. Всевидящее око. Ну все видит. Все видит Ксарлос. Всевидящее око. Смотри, какая красота. Thank you.
Что я немножко приустал, так. Что-то мне не хватает минут 5 нормально. Жаль. Могу русло забрать, чем смогу. Художник Александр Алёнин, Тихон Мышкин. Я создал антивоенный стрит-арт. Репости везде его, где только можешь. Ссылкой на меня, ссылкой на ту цитату, которая должна натолкнуть людей от войны. Я даже не знаю, какой из них рисует, который нет уже. Давай башню Ксардоса нарисуем еще одну. Чили, да? Так, никакого банка, никаких банков там не будет, никаких полиции, никаких банкиров, никаких политиканов. Только Ксантантина и созидание. И будет поверженная пирамида. Поднимем, старина.
изменения происходят. Просто живем в мире, в раю, где побеждено все зло. Вся банковская система, система контроля. Шли вы все нафиг со своими массами проволков. Мы в этом мире будем жить прекрасно. Из вашей чепухи. Мне не хватает материалов нормальных даже. Всех пяти континентах. На всех пяти континентах будет. Бог будет видеть, как мы создаем добро на всех пяти континентах. Себя я не смогу списать, потому что я не похож на Иисуса, разумеется, я похож на Вараву. Короче, у меня, наверное, не получится нарисовать. У меня плохо получается с тех пор, как выбросили мои рисунки. Самое лучшее.